Здорово, народ! Я тут завел Boosty, и теперь по ссылке в описании вы можете меня поддержать. Знаете, что любая ваша, даже минимальная поддержка очень сильно мне поможет заниматься тем, что я люблю больше всего. Так что по ссылке в описании переходи на Boosty, там будет и уникальный контент специально для подписчиков. Сразу говорю, на тебя сейчас будет очень быстро нападать субмарины, поэтому клювом не щелкай, и у тебя будут подлодки, пользуйся ими. И сразу строй оборонку, сразу делай оборону. Вот такой... Ты безродный гайдзин! Как смел ты напасть на Токио? У меня сейчас прям под такой момент начался этот загрузка, прям там. Только хотел прям тяжело бить пойти и загрузка. Такое разочарование. Да. Ну, короче, мы в Токио, если что. Пошли на Акихабару. Аниме-фигурки купим. Я всегда хотел посмотреть на цветущую Сакуру. И до сих пор хочу. Сейчас мы свои Тесла-танки выгрузим в Токио, да? Так, ну короче, вот это тебе надо будет уничтожить, то, что тебе сейчас показали. А моя задача это оборонять ракету В4. Мне нравится слева. Убивать важных шишек. Я буду командовать наземными силами. Так, поехали. Сейчас все сделаем в наилучшем виде. Давай сделаем кок-зарму. А дальше разберемся. Так, интерконтиненталочка, да? Ты, кстати, какой протокол берешь? Чистая прибыль или нет? Пока еще, да, чисто. Не надо корить себя, командир. А может, грязную? Мы просто не могли проиграть. Неплохо. Такова судьба. Да, да, такова судьба. Блин, а что ты такой громкий, император? Давай голоса чуть-чуть потише. О. Так, сейчас ко мне попрут уже, ребята. К тебе там не поехали? Не, подожди, подожди, у тебя же роботы сначала должны пойти. А потом все остальное. Не, давай лучше ПВОшечку. Не, они снизу заходят, гады. И не только. Они причем все, блин, улучшенные. Да, они с прокачкой вроде, если я правильно помню. Да, да, да. Поэтому тебе надо как можно быстрее разваливать. Они очень мерзкие. Так, военный завод сразу делаем. Ну и что, как я сказал, мы сейчас уже на опыте. Развалим. Турельки тут мерзкие. Вот тебе ко мне ни в коем случае вертолетами нельзя идти. У меня куча вражеских турелей. И они все в ПВО режим перейдут, и все, и хана. Ты там как бы лучше вот в фокусе вот это супероружие. Вот это. Ну, по возможности. Которое справа, понял, да? Да, да. Ну, короче, твоя задача море все взять. Так, рапортую, через меня к тебе летят эти... А, ну у тебя все нормально, да. У тебя все отлично. Я поставил одну на всякий случай. Да-да-да-да-да, ПВОшечки тут очень нужны, ты уже понял это. Без них никак и никуда. Ой, проблема какая! Я совсем забыл про этих пацанов! Ну, у меня есть хотя бы Тесла-танки, уже неплохо. Так, тебе по воздуху идут. Я знаю. Все хорошо. Вроде как больше никаких проблем нет. Так, мне бы, наверное, эту катушку Тесла, да. Катушка пригодилась бы. Закопался. На акула АЭС-ка нужна, да? Да. Вроде да. Точно не помню, но вроде да. Блин, у меня катушка да, не успела да, достроиться. Да. Ну ладно. Ага. Ага. Понимаю. Смотри, какие мерзкие, они обходят с фланга. Вот негодяи. Да, причем через сквозь стены. Какие стены? Сквозь текстуры. А, сквозь вот эти стены японские, да, ты имеешь в виду? Нет, они вот здесь вот идут. Как там поставить? Б, 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 Б. Они вот здесь обходят. А, сквозь за границами карты, ты хочешь сказать, да? Да, да, да. Бля, какие хитрецы, офигеть. Так, ну у меня же катушки Тесла есть, они если что тут будут разваливать. А ты Теслы можешь строить, нет? Да. Отлично. Я и железный занавес могу. А, ну я тоже. Но в нем пока сильно большой нужды нет. А вот апокалипсисы я... О, я могу делать апокалипсисы и ФАУ. 4. Блин, ну что это за гадость? Тут зачем вы это делаете, гребаные роботы? Так, я понял. Причем главное, приехали, убили мой комбайн, улетели. Вот гады. Надо сюда ПВОшек парочку влепить. А денег-то не так, чтобы и много, на самом-то деле. А он хилится, офигеть. Вот негодяй.
Прям гад редкостный. Зачем так делать, хилиться? Так, я даже, если честно, не знаю, что мне сейчас лучше всего сделать. Как прорашить их место? Тут какой-то маячок, станцию связи надо развалить. Супероружие через 2 минуты, и оно, скорее всего, по тебе пахнет. Ну так, из неприятных моментов. Хотя, может, и по мне, но я думаю, на самом деле, по тебе. Потому что, когда я играл с ботом эту миссию, всегда по морским базам он фигарил. Мне бы дожить до этих, до ракет V3, ну, V4, точнее. Они тут все развалят. Вот если я сейчас хотя бы штуки 3-4 сделаю, это все. Я вот эту базу сверху просто уничтожу всю. Блин, он гадость ничего хилится, ты смотри на него. Какой нехороший. Нехороший роботик. Так, ракета V4 есть. Поехали. Ну, я начинаю потихоньку разваливать здесь оборону ему. У меня ракеты V4 выехали. А там поглядим, как дальше дело будет. Как у тебя на море дела? Да так, в принципе. Чильно, да? Чиловенько. Ну тебе надо немножко ускоряться, 50 секунд до супероружки. Первый удар придется лицом принимать. Как ты понял? Да понял. К сожалению, придется лицом танковать. Так, давай развалим эту всю срань здесь. Так, я это, станцию какую-то им разнес. Не знаю, что за станция. И знать не хочу особо. Главное, что ее нет. Захватчик, это моя воля крепка. Моя сталь остра, мои предки вошли в легенды. Вы же смешные и жалкие. Он еще насмехается над нами. Но сейчас супероружием бахнет, в принципе, да. Будет нам ожидаемо, да? Ожидаемо, да-да. Типа, сейчас он покажет, что он умеет. Но супероружие это все, что он умеет, в принципе. Ну-ка, куда влетит? Ой, куда-то сейчас как влетит? В меня влетело. И, кстати, хорошо, что в меня, потому что я мои ракеты V4 он уничтожил. Да, не каждая по 1200 стоит, но это малой кровью, так сказать. Главное, что не в базу. Это да. Базу дороже отстраивать, чем ракеты V4. Так, у нас 6 минут еще пожить. Единственная протонка вот здесь стоит. Где? А, это? Вот да это делай вертолеты. Слушай, делай вертолеты и, делаю, просто, делаю, и просто, меня, и просто вертолетами деньги. На пси-деструктор и вот станцию связи развали. Все, толпой. Денег не хватает пока. А ты. Подожди. А ты казарму можешь сделать, да? Но смысла нет. Да, я, в принципе, ты и военный завод могу сделать, но смысла тоже нету как такового. Да, я понимаю. Понимаю. Так, ну поехали. Сейчас потихоньку ракеты этими V4 все сделаю. Роботик, иди сюда. Сейчас мы с тобой разберемся. Так, V4, давай туда. Интересно, робот достанет? Думаю, достанет. Не будем рисковать. Блин, ну классно, что у меня есть эти армагеддоны. Ну, апокалипсисы. Они тут вообще лучшие дипломаты в спорах с японцами. Согласен. Так, еще V4 приехали. Давай сюда. Блин, вот это хреново. Танки, отходи. Надо ПВОшки сюда какие-то сделать. Давай эти голяфы. Ну ты смотри, какой хитрый гад. Сразу... В ПВО режиме переводит, да? Нет, увел пехоту. Не, ну это да, есть такое. Он только увидел, они уже чувствуют. Сразу повел. Они же просто жопой чувствуют, когда ты пользуешься спецспособностями. Ну да. Так. Нет энергии, да, как так-то? А если мы сделаем АС, думаю, будет энергия. Так, голиафы, давай сюда. Блин, классно, роботы не стреляют через это, как оно, через стенки вот эти. Падла. Гребаная протонка. Протонка гадость та еще, согласен. Так, хорошо. У, как залетает. Это основное орудие. Да. Research Base Канагавы. Так, стоп, отходим. Там слишком много орудий. Оставим это на растерзание ракетам V4. Есть. Все.
Так, 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 так. Вертолеты не вижу смысла делать. Наташку, кстати, можно сделать. Во, вот это да. В этом я смысл вижу. Так, минус протонка, хорошо. Так, а что у нас по времени? Блин, 3 минуты, слушай. Ну, что-то надо с этим делать, наверное. Мне это прям пипец как не нравится. Ой, там ПВОшек, да, фига. Понимаю. И тем не менее, ты должен с этим что-то сделать. Я думаю, казармы поставить и закинуть карателей этих, что ли. Ракетчиков. Прокатят? В принципе, можно. Но мне кажется, их быстрее убьют. Если честно. Что-то у меня такое чувство, что быстрее они так сольют. Блин, я у тебя закончилась. Поставлю эту казарму. Давай. Блин, что так денег вообще мало? Это прям, да, есть такая беда. Так, а ну давай попробуем ракетами В4 туда сработать. А, понял, понял, не попробуем. Я только подхожу к их базе, они сразу танками подъезжают. Блин, хитрые гады. А времени мало у нас. Да вообще всего мало. Та-та-та, что будем делать, что будем делать? Дай-ка подумать. 1,5 минуты до пси-деструктора. Угу. Да, с деньгами есть какая-то беда. Здесь вот, вот эту вот нефтекачалку бы забрать, было бы вообще классно. Но пока не представляется возможным. Пока не представляется. Блин, что делать? А денег-то надо много на все это дело. Сколько надо денег на серьезные мероприятия, да? Так, силовая башня... Силовая башня фигарит по воздуху, я не помню. Какая? Силовая. Ты... Это какая? Это вон... А, нет, все же это силовая. Вот это... 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 Не, она по воздуху не стреляет. Силовая, силовая, блин. Ну, протонная. Ну, типа, да. А защитники переключаются, да, ведь... Да, защитники могут переключиться на ПВО режим. Блин, ракеты. Ой, ты куда пошел, дурак? Ага, хорошо. Ладно. У меня тут тоже идет такая локальная заруба. Пока никто не побеждает, но очень Рашим. Интересно. Рискуем. Блин! Чуть-чуть всю армию не просрал свою сейчас. В одно мгновение. Так, 16 секунд. Ой, сейчас будет весело, наверное, мне. Прям очень весело чувствую сейчас будет. Блин, нафига по своему-то стрелять? Так, я, наверное, сейчас делаю движение. Он обычно супероружие, как я понял, на армию кидает. Есть! Успел? Завалил? Да. А он все равно куда-то закинул его. Нет, ты не уничтожил, у тебя прям в базу влетело. Ты не успел. А там, там, короче, двойной этот был. Он двойной был. Там станция реле была, да, и пси-деструктор. Ты развалил только станцию реле, да. Теперь его нет, это хорошо. По-моему, он обиделся. По-моему, да. Ну, рад он точно не будет, думаю, этому делу. Так, я разношу ему тут казармы, откуда он кучу войск загружал. Нормально мне так пахнуло по всему, конечно. Ага. Ну, а ты что хотел? Так, ну, короче, я верхнюю базу ему сношу потихоньку. Жить хочу. Нет. Жить запрещается. Партия говорит умирать. Ведь самое смешное, я на последней секунде сломал это. Да, но немножко первое не здание, то. Да, к сожалению, не то сломал, да. К сожалению. Но в принципе-то это работало. В принципе, да. Слушай, а если я чистую прибыль на них бахну, я получу денег, интересно? На своих? Если ты убьешь. Да, да, получишь, конечно. А, прекрасно. Блин, Наташка, живи, пожалуйста. Мы тут в угол немножко прижали, но ничего. Я сейчас их танки заберу. А, или нет. Ну так, умеешь же выкуривать их. Блин, ё-моё. Как много всякого дерьма в нас летит. Но мы все еще живы. Как в Матрице.
Но мы все еще живы. Мне два аэродрома, скотина, слава. Он в аэродроме целился. Да? Угу. О, это да, это неприятная тема. Так, давай сюда запулим эту срань. Да, блин, хватит своих убивать. Чёртова ракета В4, зачем вы это делаете? Давай, турельку эту снесем, турельку эту снесем. Вот зря ты туда какаху скинул. Или это я скинул. А, это я скинул, да. Извини, прости, что быканул. Я просто забыл, что она так быстро не летит. То есть она очень медленная. Ладно, все нормально. Ладно, деньги начали появляться, надо отжимать у него всю воду. Так, я сейчас ремонтный бокс заберу. Зато у него нет супероружия, у него только эта защитка и осталась, и все. Ну, щит, или как он там называется. Mm-hmm. Да, генератор надо частиц. Так, все, исследовательскую базу я разнес. Остальное дело техники. Какой техники? Тяжелой техники. Тяжелой техники. Самой тяжелой техники. Да развалить эту фигню тут уже. Так, хорошо, я потихоньку пушу до вот этого места. Постараюсь его занять. Ты там, кстати, тоже можешь попробовать подсосаться к одному источнику денег. Их тут два. Хотя там снизу на воде еще один есть. Кстати. Да, я вот к воде сейчас и буду пробираться. Просто у них там больно уж много всего. Так, ракета В4, давайте без гадости, опа, пожалуйста. Опа. Да, у них тут достаточно всякой гадости. Так, давай ремонтный бокс. Них меня, по-моему, кавабангу отправляют. Да, сволочи. Суицидников? Угу. Да, это они дело любят. Блин, вот это вот очень неприятная штуковина. Так, спутника, кстати, можно заделать, да. О, у них там что-то есть. Интересно. Так, допустим, а что у нас вот здесь? Так, тут нефтекачалка и наблюдательный пост. Ну, тоже пригодится. Блин, Наташку убили. Вот гады. Ну, ничего. Мы закажем ее сестру-близняшку. Я не знаю, поможет ли тебе вот эта штука, но я магнитную бурю там закину. Что? А, ты, кстати, можешь на сушу выйти, да? Да, вот я что и хочу. Ну, там тяжело, тебе бы каких-то... Ну, я не знаю, вертолетики, наверное. Да тебе чисто через вертолет надо идти. Делай спам вертолетов. Прям до хрена, на все деньги. Забей на морские юниты и делай просто вертолеты. Да нет, на морские я не могу чисто физически забить. Почему? Да вот это видишь? Постоянно катается тут. Ну так они просто катаются. У тебя то, что морское сейчас есть, этого достаточно. Делай просто теперь до хрена. Нет, больше-то я не буду. Нет, больше я не буду. А, ну все, все. Нормально. Я сейчас по приколу, наверное, устрою чисто... Тир акулам. Давай. Ща. Я хочу попробовать по приколу. Блин, инженера убили, вот гады. Огонь! Ай, по своим попадаю. Это нормально. Я сейчас, короче, три этих акулы будут в ряд стоять и стрелять этими сверхмощными торпедами, когда они мимо попадают. Ты, главное, аккуратнее, своих не задень. Эти торпеды же они и по своим бьют. Так вот, я тебе о чем говорю, уже один раз попал. Ну. Ай-яй-яй. Тактика бей своих, чтоб чужие боялись, всегда в моде, да? Ай-яй-яй. Тихо. Так, ракеты В4. Давайте вы... Нет, стойте лучше тут, вам тут хорошо. Так, спутничек сейчас подъедет. Это уже веселее. Блин, а его нельзя сразу на два, да? Жаль. Ну, тогда давай одну точку заберем. Ладно, я сейчас сделаю ход конем, я просто качну карателей. Давай, это самое лучшее, кстати, что ты можешь сделать здесь, серьезно. Каратели это вообще топ. Только они хилятся вообще бешено. За счет чего, я понять не могу. Тихо. Хилятся? Ну не знаю. Блин. Ну нафига вы его убили? Я понимаю, что это какой-то талант, но какой талант? Самый талантливый талант. Так, вот вы давайте сюда не атакуйте. Нафиг надо. Так, ну поехали. Электричество на халяву. Электроды топс.
Давайте я чуть-чуть помогу там. Магнитную бурю сделаю. Вырублю некоторые турельки. Но не все. Я туда зонт скинул еще. А, нормально. Так, опять Наташку убили? Да опять, ё-моё, да сколько такое? Да, да. Загружайте новую клоун-чембер. Нам нужны еще Натальи. Больше Наташек мне сюда. Так, это есть, все нормально. Ну так, знаешь, у нас такое медленное продвижение, но уверенное, хочу сказать. Тихо. Так, есть ли мне смысл делать авиацию? Наверное, нет. Надо пойти. Хотя, может быть, сейчас у меня деньги появятся, в принципе. Немножко починиться. Да, можно, думаю, сделать. По приколу. Как мы любим. Собственно, все как мы любим, все по приколу. Так, ну, что могу сказать? А что у нас тогда надо сделать еще? Уничтожить сигнал Тауэр, да? Еще немножко реле надо. Наверх-то можно зайти. Мало. Там... там ничего интересного. Так, ну нам, по сути, надо уничтожить ему еще два генератора наночастиц. Ну и сам дворец. Который, собственно, эти генераторы защищают. Да. В принципе, ничего новенького, как говорится. Пу-пу-пу. Блин, деньги так закончились, да как так-то? Да, такая же фигня. Теперь давай все в него. Да вроде у меня были всегда деньги. Ну что-то как-то с титанической скоростью заканчивается. Истощенное месторождение. А ну стой. Так, понял. Хреновое место. Блин, музыка, конечно, еще немножко напрягает. Не знаю, она у тебя по кругу тоже играет, да? Угу. Постоянно одно и то же. Какая-то немного напрягающая. О-о-о, денег подстили у тебя там. Ты же там вертолетиками поразвалишь. Да блин, у него одни танки, кстати, да, реально, ты можешь вертолетами все сделать просто. Вот просто все. А за что тебе деньги? Что-что? За что тебе столько денег дают? В смысле, за что? По 250 иногда вон. Ну, я же закидываю вот это чистая прибыль на врагов. А, да, я вроде не видел, чтобы она висела. Ну, а она есть. Да-да-да. Ты ее не видишь, а она есть. А она есть, да. Ну, вот как-то так. Так, поехали, немножечко сверху подсаппортим. Поглядим, что там вообще происходит. Качайтесь. Что-то они не качаются, кстати, ага, особо. Кто, вертолетики? Да. Так, ну тут, наверное, турельки где-то есть. А как туда зайти вообще-то? Подожди. Вот просто как? Тупо вертолетами? Просто техникой не проедешь. А разведку мы никак не сделаем, да? Угу. Ну хотя авиацией можно сделать разведку. Парочку карателей заделать. Ну, правда, их просто так надо для разведки делать. Ну такое себе дело. Ну, придется, видимо. Па-па-па-па-пам. Просто у меня тут есть 4 пусковых комплекса ФАУ-4, собственно. И они очень хотят познакомиться с противником. Только его пока не видно. Ага, во, вижу. Ну, поехали. Сразу в ПВО режим перевели, ля, какие хитрые. Ну, поехали. От ФАУ-4 никуда не сбежать. Блин, только если, конечно, они свою хрень суицидальную не будут кидать. Бомбочки свои. Эй, вы что, не достаете? Да ладно. Должны достать же. Вы же должны достать. Блин. Слушай, а вот это протонное орудие прям реально ваншотит мою ФАУ-4. Гадость. Прям много урона дает. Ну, закажем еще тогда одну. Одну потеряли, одну заказали. Так, окей. Я, кстати, не совсем понимаю, зачем нам этот сигнал Тауэр уничтожать. Че нам типа это даст? Как-то не чувствую, что они в чем-то полезны нам. От слова совсем. Так, все там не достаем, понял. Давай тогда дальше работать. Естественно, танков, конечно. Это в тебя?
Это в тебя. Где? А, не знаю, где-то на базу. Прям да. В самый центр. Чем мучиться? Давай прям по центру бахать. Так. Там роботы ходят, пусть ходят, мне, в принципе, на них насрать. Так, давай сюда на всякий случай катушку Тесла заделаем одну. Ну так, чисто, чтобы меня это не напрягало направление. Вот так, еще закажем подкрепу, и можно курить бамбук. А у тебя тут негде спуститься вниз, да? Не, только вот там, где ты. Mm-hmm. К сожалению. То есть больше негде. Okay. Блин, вот гадость. Ну, хоть Наташку не убил. На этом спасибо. О, давай робота заберем, слышишь? А ну-ка. Я тут заметил, что у них стоит грёбаная... Да. Военный этот. Так. Подожди, я робота спиздил. Если, конечно, его раньше никто не убьет. Нормально. Ну, а чё бы нет, собственно. Тихо спиздил, ушел, называется, нашел. Да-да-да. Все по классике. Сейчас только надо призывнику туда добежать успеть. И вообще, пора бы уже немножко пушить. Чем мы так долго сидим тут, письки мнем? Давай вон там магнитную бурю зафигарим. Еще какую-нибудь хрень туда кидануть можно. Ну, какая прелесть. Где призывник? Ага. Прикинь, целый призывник будет сейчас роботом управлять здоровым. Класс. Он такой... Чистый японская аниме. Да-да-да. Среднестатическое. Ничего, он сейчас настолько научит, что спасет мир. Да нормально, он сейчас просто посмотрит Евангелион, и все будет хорошо. Да-да-да-да-да. Он сейчас освоится с управлением. Или могущих рейнджеров можно посмотреть на худой конец, кстати. Там тоже нормальная тема. Гуррен Лаган. О, владыка Они. Ну, или Гуррен Лаган, да. Симон, твой бур пронзит небеса. Чисто назвать этого призывника Симоном. Симон. Симон, это твой робот теперь. Рядовой Симон, да. Так, я попер к ним на базу. Чем мы тут сидим так долго? Пора бы уже нападать. Хотя бы чуть-чуть. Так, так. И вот эту гадость сюда давай закинем. Ну вот так, думаю, пойдет. Блин! А-а-а. Так, а Наташка где там? Выходи, Наталья. Боевые ангелы. У нас боевая Наталья. Надо взять. И покарать. Голиафиков надо. Ой, кстати, да, надо взять голиафиков. Это ты, конечно, очень вовремя вспомнил. Тут летающая срань. Субмарина. Чё, всякая срань летает. Ну, как обычно. Так, а ну-ка, давай глянем, что тут у них. Танчики, и все. Ну, это даже не спортивно. А, отсюда не вообще залезть. Понял. Значит, можно идти вот сюда. Ага. Так, тут все хорошо. Ну, в принципе, у меня все более-менее. Потихоньку рашу. Нет. Там, правда, вот снизу не куча всяких этих оборонительных орудий мерзких. Не очень они мне нравятся, но... Да мне тоже они вообще не нравятся. Их тут прям очень много. Сейчас буду ракетами В4 их потихоньку выпиливать. Блин, как это у меня армия жирная такая, надо ее немножко рассосать. Блин, ракета В4. Ну-ка, давай. Там боевые ангелы со звездочкой. Что-то я поспешил, конечно. С красной звездочкой или обычной? К сожалению, не красной. Жаль. А надо сделать их с красной. Чтобы они были за нас. И за Кузбасс. Мне бы их вообще как-нибудь избавиться. А ты там будешь немножко продавливать, да, со своей стороны? То я вижу, у них там казармы все еще стоят какие-то. Чуть-чуть там еще происходит. У тебя три нефтекачалки там рядом. Ё-моё, деньги! Там два боевых ангела тупо лежит. Я не могу здесь ничего не сделать. Голиафика одного и все. Один не справился. Ну я говорю, двоих. Два, вот у меня денег. А казаму я поставить не могу. Хреново.
Вот теперь могу, но... Так, плюс деньги. Блин, а денег-то у меня много. Я могу делать охереть как много карателей. И мне никто ничего не запретит и ничего не скажет. Не знаю, как тут быть сейчас. Ну я потихоньку базу ему выпиливаю. Не знаю, как ты. А я пошел уже в ва-банк, так называемый. Центровую часть. Ракеты В4 вообще без проблем. Просто без проблем. Хотите уничтожить врага? Уничтожим. Ракеты В4. Хотите спасти врага? Ракеты В4. Хотите, чтобы врага не было? Там Юрика, ё-моё. Со звездочкой. Не красный. Жаль. Очень жаль. Надо это дело как-то исправить. Опять в кого-то летят. А, в меня. У меня же тут куча войск стоит. Сейчас, секунду. Ага. Так, нормас. А ну-ка, иди сюда. Ты хоть и со звездочкой, но серпы и молоты тебе не побороть. Коммунизм сильнее технологий. Даже если это нанотехнологии. Так, давай закажем еще себе парочку таких. Всего по парочке, каждой твари по паре, так сказать. Все, нормально. Отлично. Блин, уже куда-то вглубь территории у него зашел. Прям вообще уже охренел. А там как-то можно ему пробиться, а, через это? Или... А, подожди, вот, у него открылись эти генераторы наночастистей, их можно убивать. Еще одна Юрика? А, это. Летающая срань. Понял. Уже тяжко без денег. Ой, тут прям не сказать. Реально очень тяжко. Но терпимо. Где там две казармы, тебе нормально? Ну, вражеские, в смысле. Вот. Видишь, боевые ангелы сидели. Если я вижу. Ничего не мог вертолетиками сделать. Очень жаль. Силовая башня. Очень и очень жаль. Так, Наталья. Покажи им там, что аниме у нас в России не очень любят. В смысле? А вот боевые винтовки Мосина... Или тем более Драгунова, это да, это пожалуйста. Плюс 500 капиталистических денег. Ой-ой-ой, пора отходить. Там аниме-пушка хочет меня убить. Так, она говорит, и она ангел смерти, а вроде ты говоришь, ангелы у тебя летают. Опять какая-то срань летит. Анна. Да. Так, ну слушай, я в принципе ему пробился через линию обороны, и пора бы уже, наверное, это что-то решать. У меня куча вертолетиков. Сейчас сделаем все в наилучшем виде. Здесь что? Ага, я понял. Тут есть некоторые траблы с этим. А, где, собственно, мои голиафы? Их нету сегодня, да, у нас в расписании? Хреново. А вот сюда как попасть? Наверное... А, никак. Ну, я не знаю. Просто по приколу. Просто пусть будет. Блин, а где мои, собственно... О, вот они, голявы. Владыкони чисто на этом ходят. На патруле. Да ему насрать, у него все хорошо, понимаешь? У него все в жизни получилось. У него зарплата почасовая. Блин, охренеть. А сколько? Падение станции давай. А сколько у него захвата почасовая? Я не знаю. 5000 йен, может быть. Не очень я в японских деньгах, видите ли, разбираюсь. Так, МСС-шку вводит. Ну, конечно, вводи ее. А то сейчас тебе так больно будет. Все, минус одна МСС у него. Так, а как сквозь эту срань пробиться-то? Типа, мы вроде как подошли к крепости и... А, наверное, надо эту Сигнал Тауэр уничтожать. Ты посмотри на этот вертолетик. Капец. Выживший. Там, просто оказывается, выживший. По два защитника и куча этих.
Так они, короче, смотри, вот эти щиты периодически включаются, то есть они не всегда активные. Они там с какой-то периодичностью врубаются. Сейчас подождем. Сейчас подождем, пока они вырубятся. У меня каратели выходят, отлично. Не может не радовать. А, стоп, там еще этот сигнал тавер надо одну уничтожить. Мы что-то как-то заигнорили ее совсем. Типа, кому она нафиг нужна? Кому она нужна, действительно? Да, действительно, нахрен она надо. О, отлично. И что это нам даст? А, все? Вы ошибку допустили, напав на лучших воинов Империи с надеждой на победу. А ты вот это видел, дебил? А прикинь, не пробьет. Ну, не знаю, что-то как-то... Что-то, мне кажется, эта хрень пробьет, да. Не, было бы, знаешь, самое забавное, если бы оно не пробило, и у него подкрепление вылезло. Из-под земли. Из бункера. Говорят, а мы ядерную войну готовились переживать. Да. Не, слушай, ну это же интерконтинентальная была ракета. Так что, в принципе, логично, что она такую срань пробит. Хотя, хрен его знает, это же там на технологии, они могут на все подряд. И даже больше. Там, кивовый щит, там, в принципе, на... Единственное, чего могу добавить, это от этой от радиации. Ну, тогда бы радиации их сожгли. В принципе, миссия и так выполнена была. Либо ну, они сдохнут от взрыва, либо от пули, либо от ракеты, либо от радиации. Нам какая разница. Либо от всего вместе. Да, цель достигнута.